основные ритмы, которые мы проходили на этом семинаре. Первая группа, группа ритмов Максума, собственно Максум. Дум те, те, дум те, дум те, те, дум те. Саиди. Дум-те, дум-дум-те. Дум-те, дум-дум-те. Береди. Медленный ритм с двумя думами в начале. Дум-дум. Тэ-дум. Тэ-дум. Дум. Тэ-дум. Тэ. Фаллахи. Быстрый ритм. Очень похож на Максум, но играется разными руками. Дум-кэ, кэ, дум-кэ, дум-кэ, кэ, дум-кэ. На самом деле играется быстрее. Аюб. Это ритм на два. Дум, кэ, дум, тэ. Дум, кэ, дум, тэ. Дум, кэ, дум, тэ. Дум, кэ, дум, тэ. Так как аюб очень короткий ритм, чтобы было удобнее его воспринимать и слушателям, и танцовщице, он чаще всего играется по квадратам. Простой квадрат аюба. Сложный квадрат состоит из двух квадратов. Играю полный квадрат. Короткий ритм на два счета. База Мальфуфа. Теперь вместо пауз вставляем кэ. Удары левой рукой. Получается сплошная последовательность мелких ударов. Ага. Три, четыре. Это учебная скорость, на самом деле мальфуф играется быстрее. Теперь
играем максу с мостиком. В самом конце добавляется быстрая пара ударов из быстрая пара ударов левой рукой. Кэ-кэ. Играем. Аналогичный ритм, но там два дуба присутствуют, в отличие от Максума, ой, от Мальфуфа. Играю, это была база, теперь играю с наполнением. Вместо па вставляю К. Халиджи с мостиком, так же как и в случае Мальфуфа. Вполне возможно. Фалахи было? Обычные фалахи. А здесь все наоборот. Угу. Вроде все, хватит. По-моему, все. Все? Браво!